Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео хочу вам рассказать про кое-какие новости, связанные с каналом. Начнем с того, что вы просили сделать оповещение ВКонтакте. Стример запарился и сделал оповещение ВКонтакте. Теперь, как вы видите на скриншоте, можете зайти в группу ВКонтакте и справа, возле красненькой кнопочки, есть подписка на рассылку о начале стрима. Нажимайте на нее, там дальше кнопочка подписаться и все. Всем, кто подпишется на эту рассылку, я буду в начале перед стримом присылать сообщение ВКонтакте, всем одно и то же, одновременно придет сообщение, что стримчик начался. Таким образом, вы стримчики не пропустите. Следующее улучшение стрима, которое планируется. Я добавлю больше модераторов, которые будут удалять, я надеюсь, сообщения всякие плохие, которые мне лучше не читать. Поскольку за долгие годы я так и не научился игнорировать эти сообщения, то я просто не буду их читать. Вот и все. Нам всем будет от этого лучше, у меня не будет гореть жопа, а вы на стриме не будете смотреть какой-то цирк, как у стримлера горит жопа. Поэтому старичкам канала я выдам модерки и надеюсь, они защитят стримлера от картошкоголовых дурачков, которые пишут всякую ересь. Мы все только от этого выиграем и будет так лучше. Следующее, о чем хочу сказать, это то, что в группе ВКонтакте также добавилась еще тема, в которой вы можете записываться на стримы, в которых я буду заниматься проблемами одного игрока во взводе, да и в ангаре. Я просто объясню ему все, что ему интересно в этой игре, все, что он не знает. Буду просто подсказывать ему какие-то модули, перки, как в бою тактику, что куда ехать, как все делать. И в принципе на протяжении всего стрима буду заниматься этим подписчиком, который запишется на стрим заранее. В этой теме нужно написать дату, время и свой ник. Когда вы планируете принять участие в таком стриме? Если у меня будет возможность в это время провести такой стрим, то я заранее напишу об этом этому человеку, и таким образом пройдет такой стрим. Я думаю, таких стримов должно быть побольше, чтобы все были довольны и счастливы. Также есть еще возможность взять одного человека в ученики, чтобы научить его очень хорошо играть в World of Tanks. На постоянной основе, на долгое время, одного человека я могу обучать каждый день или через день по пару часов. Об этом тоже можно договориться в группе ВКонтакте, написал мне сообщение. Я уже одного человека научил хорошо играть, в принципе, я готов научить еще очень много. Ну и последняя, наверное, новость, которую хочу вам рассказать, не очень веселая, связана она с тем, что я хотел взять пресс-аккаунт, но мне ответили, что пресс-аккаунты картошка больше не раздает, хотя топ-стримлеры на пресс-аккаунтах катаются направо и налево. Хотел для вас протестировать кучу всяких танков, как они сейчас ведут себя в рандоме, как они играбельны, неиграбельны, поделать какие-нибудь видосики на разные танки, ветки постримить, посмотреть, какие играбельные, неиграбельные. Но все это обломалось, потому что пресс-аккаунт, все, хердык, не дают. Может быть, супертестеры мои любимые что-нибудь мне расскажут по поводу того, как взять пресс-аккаунт, но я пока не знаю. Такие вот дела. Ну и вы на фоне наблюдаете замечательный бой на Кранвагене. У меня было еще других куча реплеев хороших. Но вышел патч, эти все реплеи сдохли, как обычно. Патч, в принципе, полупустой, но реплеи сдохли. Какого черта, я не знаю. Зачем было руинить, как обычно, реплеи, я не знаю. Плюс еще в реплеях камера не летает без модов. И вы видите, что прицел какой-то вообще непонятно какой, настройки какие-то. Все кривое, все корявое. Ну, в принципе, патч вышел. Кушаем. С вами был Варчик. Играть красиво. Пока.